Всем привет! Сегодня снова с вами Оксана Платицына. Продаем мы двухуровневый пентхаус в поселке Лазаревское. Это предложение достойно вашего внимания. Поехали! Представляем вашему вниманию элитный пентхаус на побережье Черного моря в городе Сочи, в самом сердце поселка Лазаревское. Центральная часть поселка Лазаревского богата инфраструктурой. Здесь есть и школа, и поликлиника, рестораны, и кафе. Ну и, конечно же, скверы. Местоположение комплекса чрезвычайно удачное. Находится практически в центре поселка, но при этом в стороне от трассы, шума и выхлопов транспорта. Экологически благоприятный район. Комплекс находится по улице Тормахова. Квартира занимает верхние два этажа в жилом комплексе бизнес-класса Coral House. Ну что, друзья, сегодня я вам представлю двухуровневый пентхаус. Состоит он из четырех комнат, и я их сегодня вам покажу. 197 квадратов этого великолепия. Второй этаж состоит из кабинета хозяина. Ну и, конечно, хозяйской спальни. У второго уровня пентхауса есть свой выход на этаж. Терраса этого пентхауса полностью в вашем распоряжении. Хотите – делайте маркизу. Хотите – стеклите. А можете просто наслаждаться воздухом, вот этим морем. И вон теми горами. Здесь вы можете позавтракать, пообедать и поужинать. Кухня укомплектована всем необходимым. Какая же хорошенькая суп-печь. Поверхность кухни из искусственного камня. Общая площадь пентхауса 197 квадратных метров. Внутренние помещения составляют 124,5 квадратных метров. А общая площадь открытых террас и лоджий 73 квадратных метра. В квартире выполнен хороший ремонт с использованием самых современных и качественных отделочных материалов. Установлена хорошая дорогая мебель в классическом стиле, а также бытовая и встроенная техника. Первый уровень состоит из просторного холла, кухни, столовой, жилой гостевой комнаты, а также террасы и закрытые лоджии. Между этажами внутренняя лестница с коваными перилами. На втором этаже расположены спальня, кабинет, санузел, открытая терраса с качелями и фонтаном, а также большой открытый балкон. На лоджиях и террасах заметьте озеленение, пальмы, сосны, агавы и петунии. В дневное время квартиру заливает естественный свет, а панорамные окна открывают потрясающий вид на горы, море и город. Не удивляйтесь, если к вам заглянет в перелете горный орел. В холле установлен электрокамин. Он создает теплую атмосферу всем домочадцам. Обратите внимание, кухня встроенная. Вся техника, которая представлена в обзоре, входит в стоимость. Высокий этаж расположения пентхауса обеспечивает исключительно обзорные характеристики, отсутствие шума и чистейший морской и горный воздух. Дом сдан в эксплуатацию и заселен в 2011 году. Были подключены все центральные коммуникации, есть своя отдельная линия электроснабжения, у дома своя газовая котельная, дом оснащен интернетом оптоволокно. В подъездах скоростные лифты. Территория комплекса огорожена. На въезде и выезде шлагбаум. Видеонаблюдение по периметру. Большая придомовая территория с детскими площадками, прогулочными зонами, зоной барбекю, где много зелени и ландшафтный дизайн. Также имеется большой паркинг. Ну что, понравилось? И вас интересует цена? Она составляет всего 90 тысяч за квадратный метр. Итого 18 миллионов. Как вам такое предложение? Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами была Оксана Платицына. До новых обзоров. Пока!